Дворцовая кухня – одно из скрытых сокровищ Османской империи, отражение жизненной культуры народа. Османская кухня – это переплетение множества культур. Колыбельная османской кухни – это дворец Топкапы в Стамбуле. Лучшие повара Османской империи создавали здесь свои шедевры для султана и его придворных. На кухне 1300 мастеров готовили, чтобы накормить больше 10 тысяч человек. Повара бережно хранили свои рецепты и передавали их по наследству. С падением Османской империи исчезло и наследие дворцовой кухни. Рецепты удавалось узнавать из редких книг. Еда в Турции остается культом, а трапеза не терпит суеты. Попав в Стамбул, проникаясь его колоритом и атмосферой, понимаешь, откуда мастера султанского дворца черпали свое вдохновение. Достаточно вздохнуть соленый воздух Босфора, пройтись по городам, улицам и заглянуть на старый базар. Османская кухня – это искусство, требующее особых знаний и мастерства. Например, запеченная в духовке дыня, фаршированная мясом и луком, или баранина, приготовленная с медом и миндалем – это блюдо для особых случаев. Много лет назад не каждый гость удостаивался такой чести. Сегодня вы можете перенестись в прошлое, наслаждаясь каждым кусочком османских блюд. Почувствуйте себя почетным гостем султана. Попробуйте историю на вкус.